Депардье теперь может въезжать в Беларусь без визы. А кого еще из звезд мирового масштаба пустили бы в Беларусь без визы вы? Никого бы не пустил. Почему? Не знаю. Нечего им здесь делать. Ну, а есть смысл? Зачем это делать? Без визы? Я бы хотел, чтобы учителей йоги без визы пускали из Индии. Ну, я даже не знаю. Я как-то преимущественно лучше отношусь к нашим звездам. Я их больше знаю, чем иностранных. Но то, что к нам приехал Депардье, допустим, не к нам, а в Россию, я спокойно к этому отношусь. Он талантлив, он хорош по-своему. И пускай ему у нас понравится, пускай приезжает к нам в гости в Беларусь. Все, что я могу сказать. Луи Де Фюнеса. Депардье теперь может въезжать в Беларусь без визы. А кого еще из звезд мирового масштаба следовало бы пускать в страну также? Ален Делона. Ну, артистов, актеров кино вполне можно. Британского или американского. Больше не знаю, не смотрю. Да, пожалуйста, все вот звезды. Сам я очень люблю рок. Поэтому важно, чтобы вот имели вот из таких групп, как, допустим, Лимбискит, великих групп. Соник, кстати, обидно, что очень Ляпис не может к нам приехать, увы. В общем, было бы классно, если бы он приехал и дал у нас концерт. Блин, я считаю, что нужно всем звездам предоставить, потому что не все звезды имеют достаточной возможности, ну, такой легкой, чтобы побывать, допустим, в нашей стране. По поводу Депардье, ну, это такой был, мне кажется, политический шаг, больше на умиротворение политики, которая слаживается во Франции. То есть, ну, мне не кажется, что вот именно вот данное, ну, как бы событие, получается, он может повлиять на остальных звезд, которые захотят именно, ну, тоже вот так поступить именно как он. Ну, я имею в виду голливудских звезд. А что касается Европы, именно Франции, мне кажется, за ним еще последует и последуют другие звезды. А вот тебя настраивает на то, что все будет хорошо дальше. И вам того желаю, чтобы у вас и было хорошо. А зачем? А толку? Кого? Да всех звезд надо пускать, и всех людей надо пускать. Какие проблемы? Нет проблем. Странно.